Расскажу, как при помощи симметрических функций и при помощи вот идей теории Булава, о том, что надо рассматривать симметрические функции, можно решить уравнение четвертой степени. Конечно, есть метод Феррари, очень красивый, но он является, понимаете, гениальной догадкой. То есть, и не очень сложно, но надо догадаться вот именно так, там, расписать, разложить. Вот. А между тем, мы сейчас стандартным таким вот алгебраическим естественным способом все сделаем. Смотрите, так же, как метод Феррари, начинаем, значит, уравнение АХ четвертый плюс БХ куб плюс С квадрат плюс БХ плюс F. F я написал, чтобы никто не подумал, что там есть основание трех логарифмов. Хотя я думаю, что никто бы не подумал. Разделили на А, если вы это не ноль. Заменили y это x плюс b разделить на 4a, ну или иначе x это y минус, да? Подставили, раскрыли, раскрыли скобки, легко проверить, что там при y куб будет нулевой коэффициент. Я это не буду делать, в общем, кому интересно, сами делайте, или просто поверьте, это, в общем, совсем очевидно. Вспомнили, что если есть 4 корня, то многочлен должен разлагаться в теореме внизу на y минус y1 умножить на y минус y2, на y минус y3, на y. Отлично. Теперь выписываем теорему Виета. Значит, сумма корней 0, потому что коэффициент при y куб. Вот, 0. Дальше сумма по парам произведений b, произведение по 3 это минус q, и произведение всех четырех это f. Теперь строим кубическую изоленту. Смотрите, что это такое. Рассматриваем числа d1, d2, d3. d1 это y1, y2 плюс y3, y4. D2 это y1, y3 плюс y2, y4. И D3 это y1, y4 плюс y2, y3. Эти выражения замечательны тем, что выдерживают так называемую четверную группу Клейна. Это абелевая подгруппа в группе всех установленных четырех элементов, которая состоит из вот таких вот элементов. Почему выдерживают? Понятно. Вот скажем, когда вы такой штукой действуете, у вас переставляются, умножите. А значит, выражение остается. Вот. Или ей же действуете здесь. Смотрите, y1 меняется с y2, но при этом 3 с 4, это слагаемое поменяется. В общем, посмотрите, действительно, они представляются. Как строить уравнение третьей степени? Ну, надо найти элементарные симметрические функции d1, d2 и d3. Вот здесь, к сожалению, доска оказалась маленькой, поэтому я могу вам легко объяснить эти две строчки. А чтобы объяснить третью, я просто потом напишу. Но эти две я объясню легко. Смотрите, вот это вообще очевидно. Сумма d1, d2, d3 – это просто сумма всех попарных произведений. А мы как раз же и договорились, что это p, p из нашего уравнения, вот здесь было p. Значит, эта строчка вообще очевидна. Теперь, вот это что такое? D – это выражение второй степени. Значит, D1, D2 – это выражение четвертой степени. Но у нас сумма – это 0, поэтому ее не надо писать. В нашем распоряжении есть вторая, третья и четвертая степени. Как, в принципе, получать четвертую степень, обладая второй, третьей и четвертой? Ну, 4 – это 2 плюс 2, и 4 – это 4. По-другому никак не скажешь. Значит, с какими-то пока непонятными коэффициентами d1, d2 плюс d1, d3 плюс d2, d3 выражается через f b квадрат. Мы сейчас должны найти альфа и бета. Ну, разом это можно делать. Пожалуй, самый простой способ – взять какие-нибудь конкретные значения y, только надо не забыть, чтобы сумма равнялась нулю, и посчитать. Ну вот смотрите, первый подсчет такой. 1 минус 1, 1 минус 1 берем в качестве игреков. Тогда легко видеть, что d1 это минус 1, d2 2, d3 это минус 2. Ну, понятно почему. Что такое d1? Это надо вот так перемножить, так и сложить, да? Это действительно минус 2, ну и так далее. Вот, и значит, интересующая нас величина это минус 4. Хорошо. А что такое f? Это произведение всех игреков, то есть 1. А что такое b? Ну, это вот попарное произведение. Посмотрите, минус 1, плюс 1, минус 1, минус 1, еще раз минус 1, это уже минус 2, плюс 1, это минус 1, это еще здесь минус 1, все, минус
получается вот такое равенство. К сожалению, его не хватает, чтобы найти альфа и бета. Поэтому, ну здесь видите, у нас уже даже место почти кончилось, давайте возьмем такие числа. 2, минус 1, минус 1, 0. Ну, вычисляем D1, D2, D3, R, B, и получаем такое уравнение. 0 – это альфа умножить на 0 плюс 9 бета. Значит, бета – это 0, альфа – это минус 4, и мы с вами доказали вот это равенство. Для доказательства вот этой вот формулы один из быстрых способов такой. Посмотрим, как вообще она выглядит, если сумма игреков даже не обязательно равна нулю. Тогда, это шестая степень, старший коэффициент – это y1 куб, y2, y3, y4, потому что старший коэффициент получается при умножении старших коэффициентов. Как, в принципе, получить? Ну, вот здесь написано. Можно s квадрат умножить на r. Почему s квадрат хорош? Потому что он дает y1 квадрат, а r дает y1, y2, y3, y4. И это будет действительно старший член. Вот, можно q возвести в квадрат, тогда будет y1 в квадрате, всего лишь n в третьей степени. И можно p умножить на r. Тогда старший коэффициент будет y1, y2 умножить на... Ну, то есть опять будет y1 в квадрате, y2 в квадрате, y3, y4. Значит, сравнивая коэффициенты при старших степенях, мы видим, что здесь обязательно единица. Ну, а здесь какие-то. Мы уже рассматривали вот этот вот случай. 1 минус 1, 1 минус 1. Уже считали для него все. Но вот я в книге такой табличке написал. И второй случай. Берем 1, 1, 1, 0. Тогда тоже вычисляем все эти числа D, P, Q, R. И после этого, если вы посмотрите в этом случае, подставите сюда, то D1, D2, D3, это будет у нас 8. А здесь получится минус 2 бета. Потому что, видите, да, минус 2 умножить на 1. А q квадрат 0, и s это у нас 0. Получилось уравнение, из него бета минус 4. Ну и точно так же здесь даже понятнее. Потому что у нас будет r равно нулю, значит, вот это вот исчезнет, и это тоже исчезнет. А q это будет единица, поэтому альфа умножить на 1 в квадрате, это просто альфа. Доказали вот эту вот формулу. И таким образом мы получили кубическую редовелу. Ну, решать уравнение третьей степени считается, что мы умеем. Таким образом мы нашли числа D1, D2 и D3. Каким-то образом они выражены через вертикалы по формуле Кардана. Теперь вопрос, а как найти сами числа Y? Ведь ясно же, что спрашивали о значениях y, а не о таких вот штуках. Ответ. А давайте посмотрим на выражение первой степени. Два плюса и два минуса. Чем эти выражения хороши? Тем, что их тоже три штуки, так же, как и числа D1, D2, D3. Они первой степени. И у нас еще есть вот это вот условие. Сумма всех игреков – это 0. Поэтому, если мы будем знать эти числа, вот представьте себе, это какой-то у нас C1, это C2, а вот это вот C3, да? То мы сможем легко найти и сами числа y. А именно, если мы просто сложим. Если их сложить и еще прибавить 0, то есть y1 плюс y2 плюс y3 плюс y4, то будет 4y1. Да, совершенно верно. Значит, y1 это c1 плюс c2 плюс c3 плюс 3 на 4. Ну, легко подумать, как получить остальные числа, тоже через эти c-шки. Надо просто брать, ну, скажем, это взять с минусом, это тоже с минусом,
и опять сложить, и тоже вот с учетом того, что сумма получится формула для y2 и так далее. Так что проблема сейчас только в том, как вычислить числа c1, c2 и c3 через d1, d2, d3. Это очень легко. Давайте посмотрим, что такое c1 в квадрате. Сумма квадратов. Сумма квадратов, безусловно. Еще. А давайте так запишем. Это сумма всех y в квадрате. Это вообще-то мы помним, что 0. Минус. Что минус? Минус d-шки. Потому что тут что-то, минус 2 y1, y3. А мы его здесь взяли плюс, поэтому пойдет связь с этим 4. Так, теперь вопрос, кто пойдет с коэффициентом 4? D1. Не совсем. Потому что совсем со знаком минус идет y1 к y3 с коэффициентом 2. Вот давайте y1, y3. Плюс y2, y4. Y4, а еще... Y2, Y3 и Y4. Да. И вот что же это будет? Это D1 плюс D3. Нет, это D2 плюс D3. Так, D2. Это Y1, Y3 плюс Y2. Вот это D2. А вот, это D3. Да. Ну, вообще игра закончилась. Потому что эти числа мы знаем. D-шки. А здесь стоит их сумма. Ну, в принципе, если уж совсем желать красоты, то может было так. Значит, конечно, вот это не писать. А дальше здесь в скобке написать сумму всех наших d1, d2, d3 минус d1. Но это уже упрощается. Потому что, по сути, вы поняли, число c получается как квадратный корень из известного. Ну и точно так же для остальных цешек. И у нас получается, если желать такой некоторой красоты, то можно было так написать. Вот здесь вот написать вот 0, потому что это помню. И формула тогда будет такая. C1 в квадрате, это есть минус 4, а в скобке стоит P минус D1. Потому что P – это сумма всех вот этих вот шести выражений. И я не задумывался, когда вы квадрат будете возводить, там получится у вас P минус D2 или P минус D3. Но это, в крайнем случае, переставите местами. В общем, в любом случае, C – это квадратный корень вот из такой величины. И значит, мы получаем формулу для решения уравнения. Если возвести c2 в квадрат, то там будет p минус d2. Потому что d2 – это та часть, которая останется с плюсом. Ну вот, значит, я даже попал. Ну вот, в общем, господа, получается одна четвертая от суммы квадратных корней. Получили мы формулу для решения уравнения четвертой степени.